лето – это маленькая жизнь, особенно в детстве. И каждый летний день, пусть даже не слишком теплый, как сегодня, у этих малышей наполнен радостью от общения с природой. Растения – их друзья и подопечные. Ведь маленькие садоводы из садика «Непоседы» сами приложили руку к их появлению на клумбах. Надо уметь их аккуратно садить, пересаживать, чтобы они не завяли. Мы садили цветы, поливали их. А если еще такие субботники будут, придешь, поучаствуешь? Да. В последний раз территорию своего садика дети вместе с родителями озеленяли в субботу, 3 августа. И такие встречи в выходные здесь проходят регулярно. Их результат вполне наглядный. На протяжении месяца были созданы такие, я бы сказала, эксклюзивные инсталляции своими руками. Из поддонов сделаны клумбы различные, диваны, столики. Гамак, вы обратите внимание, вот ребятам очень нравится находиться на этой территории, проводить время. И не только для детей, собственно, и для родителей тоже. Потому что пока дети гуляют, находятся на улице, они в комфорте ожидают своих детей. Это очень важно, чтобы был совместный труд с ребенком. Некая гордость у ребенка за родителей. А вот гордость за детский сад наверняка испытывают многие жители микрорайона «Восточный». Ведь территория учреждения озеленения не ограничивается. 4 года подряд весной и осенью дошколята, родители и педагоги сажают деревья на прилегающих землях. Осенью мы провели такую большую акцию «Спаси дерево, пересади из тундры». Ребятишки написали письмо администрации города, предпринимателям, которые охотно отозвались, привезли нам более 100 деревьев. Это были лиственницы, березки и рябинки. Больше 60% деревьев, которые были из тундры, пересаженные осенью, прижились. Нам очень хочется, чтобы вокруг детского сада, где гуляют дети, был свежий воздух и красивая природа. Ямальское лето короткое и непредсказуемое, но именно поэтому мы, северяне, по-настоящему ценим каждый теплый день. Дорожим каждым цветком. И кажется, это взаимно. Цветы и деревья на этом участке радуются своим непоседам так же, как солнцу. Наталья Коростылева, Антон Берестянский, Николай Александров. Информационное агентство «Импульс Севера».